22 мая в Доме творчества «Звездный» подвели итоги конкурса «Формула успеха», где наградили лучших педагогов и учеников города. На сцену поднялось более 200 человек. В их числе оказалась и директор 15-й школы Ольга Бирюкова. Она получила награду в номинации «Инновационные проекты». В этом учебном году мы приняли участие в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации и выиграли грант в номинации «Оценка качества образования». И справились, наверное, благодаря тому, что работала очень хорошая, сплоченная, сильная команда, очень креативные, творческие учителя. Настоящие профессионалы своего дела педагоги не просто создают инновационные проекты, но и детям помогают достигать высот. Вот, например, Никита Задорожный – ученик 7-й школы. И в этом году он занял 2-е место во Всероссийской региональной олимпиаде по географии. Эту победу он одержал благодаря помощи своего учителя и отношению в целом к такому предмету, как география. Моя форма успеха в том, чтобы заниматься любимым делом. Ведь если тебе это дело не нравится, то ты тогда никогда не достигнешь ничего большого, то, что ты всегда хотел. Как говорил Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Наградили на формуле успеха и дошколят. Многие зрители Соль ТВ помнят детишек из 30-го детского сада. Они создали из конструктора чистую коробку, в которой стираются, отпариваются и сушатся маленькие вещи. Ранее Соликамский детский сад был отмечен в Москве. Вот теперь награда получена и в родном городе. Ну а кроме награждений, всех гостей праздника ждали и выступления танцевальных коллективов города. Формула успеха – это настоящий праздник достижений и талантов юных и взрослых соликамцев. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и хотим пожелать хороших летних каникул и успехов в дальнейшем. Ирина Глазунова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».